еще буквально полчасика могу. У меня то же самое. Но все так будем. Я тут тоже не собираюсь долго засиживаться. Полчаса это как раз 2-3 где-то. Так, а Дживса ни у кого нету и мамонта, да? Дживс 2 минуты. А что, что мост еще раз? 2 минуты до Дживса. А, так, подожду. Фейситингом, да? Иду. Чё-чё? Это ты фейситингом занимаешься тут? Маленький грязный извращенец. На лицо кому-то ты садился. Темные люди. Четыре-то 10 надо. Или сколько там? 2-10 что дают? Это за кого-то. Вообще мало. 2-10 дают ускорение каста. Быстрее даешь на 20% быстрее каста. Ну вот после быстрее надо волну кастовать, а не малую волну. Ну ты видишь, шама не одетый, 219 тело. Ну, слабо. Не знаю, что у мастера там. Какой сет. Давайте время тянуть не будем, если все готовы, поехали. Поехали.
хрень какая-то, мне диспел мажет просто. Да нет, тут капа, тут 14%. Сколько процентов? 64. Да, 63 мозга. В угол бежит. 61 побежали. Сколько на ней? Да все на ней. Сейчас круг пробегает и идем туда. Донрей, наверное, надо вызывать заранее, до того, как он начинает прыгать, потому что получается, походу, он прыгает с того бомжа, который еще вылазит из подписки, и он падает. Сорок один процент. Так.
бьем. Это уже сложнее. Ложимся. Да давай уже бить, что уже... Не-не, хоть в смысле, не-не. Там мало ДПС. Не засекали, сколько до берсы? До берсы было там 2 плюс минуты. Гера еще не давалась, то есть у нас ДПС хватает. Вот мы сейчас не прожили рысь. Нужен холипал? Я не пойму, кто нужен. Чё, рысь-то не прожили? Интересно, если реклу по рысе дать, он себя задамажит? Как ты, Алиса, начинаешь рысь танковать? Ну, я жму сначала таунт, но сейчас, я не знаю, что было, я нашла таунт, у меня почему-то она из таргета пропала. Что значит из таргета пропала? Я жму таунт, а просто эта хуйня из меня из таргета пропадает, и все. Еще раз. Видать, была, смотри, была перифаза. Она, видать, на птицу просто таунт нажала, и случилась перифаза. Скорее всего, так, я думаю. Нет. Таргет — это цель, да? Вот у тебя босс в цели. Когда... Да, я жму таунт, и вместо таунта босс выходит из цели. Став Джефсом, босс. Все. Как до этого было у тебя? Нормально все было. ЛПшки? Нет, на перифазах я всегда сначала там ничего, а потом бью ЛПшку. Что за ранее? Короче, я тебе объясню такую вещь. Когда 41-42% бьешь по боссу два раза удар смерти, у тебя появляются 4 руны смерти. Они могут считаться любой руной. Когда происходит перефаза... Как его нахуй ударю, если я бегаю? Она же нечестивости бегает. Да, точно. Рыба, ешьте. Ну тогда кровоотвод просто оставь, но ты его не прожимаешь. Появится босс, и начинай с ЛПшки всегда. Начинаешь ЛПшки 3 штуки кидать. И только когда, если после того, как ЛПшка прилетела в босса, он сменил таргет куда-то, нажимаешь либо тап, либо выделяешь босса мышкой, и только тогда нажимаешь таунт. Если честно, не знаю, но вот
Лока и Шантунга просто сгрыз. Я не успеваю докастовать каст в секунду. Ну там по 10 тысяч разницы в полсекунды, да, он меня тупо сгрыз. Убиваешь? Просто если она каким-то чудесным образом нажала таунт, и он у нее был в КД, это одно. А если она каким-то чудесным образом нажала по пустому месту, и у нее из цели пропали боссы, и там ничего не было, то это другое. Нужно нажимать кнопочку Tab, выделять босса, и начинать нажимать ЛПшки. Ну а если таунт ушел в КД, если, например, ты даешь таунт, когда босс только появился, тебя мог сорвать маг до того, как ты дала ЛПшку, и сдохнуть сразу. А таунт-то на КД. Рога с напулом сорвал, это вообще чудеса какие-то. Это не чудеса, это реалии ебучего Сируса. Это не только здесь. Все готовы. Я надеюсь, это был не вопрос. От жопу все. Сколько? Когда? Истери. Минута. Ты даешь спула? Угу. Зачем? А тебе что не давать? Мосса 2%. Убежали в угол. Отходим все в угол. Дебиться. АПД переводите. Ну. 0-4. 0-3. Переводите быстрее. В угол вставайте, 0-1. Разжимайтесь.
Захиливайтесь. Мосса без ассета был. Падайте. Падаем. Давайте у вас трай. Ну там мы тоже. Что там у вас? Голем. Чё, пиздец? Чё? Не убили что? Нет, конечно. Кто-то нужен или что? Я не знаю. Вот последний трай. Ладно, тогда я так щелдотно. РЛ. РЛ. Замени рогу. Ну, может, у вас там со вторым паладином каким-то больше шансов будет. Мастер, ты тут? Допустим. Потому давай, что ну, это не дело. Вайп за вайпом. А вы на чем вайпаете? На Зулджине. Я понял, на чем? ВК. Третья фаза пятая. На четвертой. Третья, четвертая. Четвертая, нихуя. Все, да. Спасибо это большое за рейд. Всем удачи. У вас что, ДПС не хватает или что? ДПС хватает. Кем мне заходить? Головой. Паладином давай. Хочешь вором, паладином, в принципе, без разницы. Палом будешь ауру давать, может. Больше будем выживать. Маговский пет прогоняется. Да, да. Просто от него вихрь полетел. Буду убирать туда его вообще. Ну сейчас вот вихрь между как-то залетел между глыбой и вами. Очень долго стучал нас. Вообще не понял, как он туда попал. Да мне кажется, надо всем в одной точке стоять. Вот это вперед не выходить вообще. Ничего, я не знаю о чем вы, но у меня только что было, блядь, пиздец потная катка. У нас тоже потная была катка. Сука, на кунте еле вытащили меня. Мы уже должны были проебать, нахуй, у меня рапиру спиздили нахуй. Он Джейв стоит в почте, если наведешься по таргету. Ну хуй, почту Джейвса поставили. Рыба ешьте. Дайте сумон мне. Суманите-то. Сумон. Мосса, я чувствую, сейчас зов выпадет. Я заберу на паладина, все правильно чувствую. Мне кажется, все равно. Наконец-то я скини баф, ебать. Я что делаю из-за думки? Лок, а можешь урну поставить? А что, в 3 хила? Спасибо. Где танк, друг? Есть тут. Он в чате. У нас он на чё надо там? Двоим не можем. Ничего, я просто тебя хочу не вижу. Вижу, даже двоим закрыть надо. Восьмой сижу. Вы по какой так? Ах, в твой угол, а что? Thank you.
ты не кидал? Опять имя скликнуло по истерии, сори. Чё, выдав ДПС? Вторая фаза. Так, если что, я буду ветерки отбивать. Все, я забегу, я один хожу. У нас здесь спел. Сколько куда? Минута. Где спел? В курсе, в курсе. Кастуется он еще подолго. Ушли. Нет. Все зажались в угол. Крик он забыл. Добивайте, переводите. Хорошо, пошли. Не отбейтесь от ветерки. Кидай. Сильно не кастуйте. Кидаешь? Спасибо. Да. Чего, с этой фазой была проблема? С рейсью проблема. Так, конта нет. Ладно, покидаем. Лоука сейчас, если откатилась, Миша. Мой ДПС не радует. Давайте на перефазе столкнем ДПС, чтобы нормально забрало полосу. Ну, только что минус 2 так было. Давай. Времени у нас за 25 минут 40%. Сорок один процент. Что, стопать? Да, стоп. Стоп. Алиса, забирай босса. Все стоп. Ага, конечно. Забирай босса уже. Забирай, забирай, забирай. Шансон помер. Бэр? Бэр, босса. Захиль. Баф сразу по нему. Войск. Да, вас. Захитите лучше. Шутки бесшумные.
Миликин, на последней фазе двигайтесь кругом нахуй возле босса и дамажите его. Так, чтобы на вас 100%. Если кинется, чтобы выжили. Да, наема проебали. Вообще шелкнуло. Бьем. Хильте лучше. Стерея отхватила. Я скажу тут. Гера. РДД раньше набрал. Геру. Да, стерея. Он на ком это говно? Увидишь. Пока не на... Задумки. Виби. Кикай сам. Задумки-ка. Сука, я сейчас дошел. Ничего так. Сука. Огненным дыханием убило. Милики, распределитесь, что вас не убивает. Мосса умер. Бурстите, как хотите. Двигайтесь, все двигайтесь. Не стойте на месте. Добивайте, добьете. Лям. Добивайте. Просто двигайтесь, на месте не стойте. 900 тысяч, бейте. Бейте, бейте. Вибитика. Не успел. Шансунг. Добивай. 700 тысяч. Да не добил. Добьет. До берсы время еще есть. Целая минута. Бей. Просто хаки. Дотай бегай. Да. Тихо, просто бей. Собаку вызови. Ману себе перегень. Не ОКД. 400 тысяч добьет. Мусса один захилит. 400 тысяч, давай, бей. До берсы 30 секунд. Бейте. Шансунг. О, на изи, на. Потерялся. Тихо. Мусса, поднимай. Хиль. Блять. Лиса добивай. Давай, добивай. Давай, да хиль ее, хиль. До берси 10 секунд. 100 тысяч. Алиса, фу про шлюмки. Да не спиной же, босс. Блядь, не успеется. Сука. Ладно, я курить. Че, расходим? Там Берни, шлюмки, да как мага-то Берни. Нет, было там, когда... Он не уебал, он что там 32к это типа. Знаешь что? Вот видите, как бывает. Смотрите, вы как, еще затраили все? Расходимся. Да я не знаю, завтра добьем. Сейчас время поздно уже. Да. Нет, тоже поздно. Ну, все, давайте, тогда до завтра. Все, разбегаемся, да, на сегодня? Угу. А, хватит. Тогда портоваться можно, да? Да. Угу. О, сколько завтра до проноса? Став после семьи.